Ну что ж, погнали, третья каточка, да. И мы вот еще через это на первом уровне играем. Хотя на первом, мне кажется, без разницы, что играет. Ну давай, для теста мы проверим. Самый эффективный сустейн талант. Вот этот очень хорошо раскрывается в конце игры. Этот на протяжении всей катки хорошо помогает. Так, здесь мы сыграли через это. По-моему, мы не играли, да? Надо бы по-хорошему. А тут мы пытали автоатаки настакать. Давай, здесь вот нам прям под карту очень хорошо будет в радиус поиграть. Так, здесь радиус, а здесь что нам надо будет? Вот этот вот наш талантик, поскольку мы будем играть хабар. Аккуратненько. Так, а что Соня у нас фармит? Фармит, да, все нормально, да? Ой, а куда я, господи, идут к этому? Ой, вы же сплю. Ужас какой. Так. Да что это будет делать? Так, что-то пока не могу собрать, что мне делать надо. Вообще даже по движению. Сейчас я думаю, ребята, извилинг-то надо сработать. Не достал. Ну молодец, хорошо ушел. Там вообще очень четенько. И минку сразу сюда кинул. Так, ну зря его туда кинул, если честно. Надо бы нам его сюда кидать. Да, вот, рядом с нами, чтобы... Поехали, короче, брать кэмп. Мы-то повоюем здесь, да? Мне кажется, будет интересно. За точечку-то повоевать. Я где-то сюда смерть открыл. Да, мы видим, нам это все пофиг. Опа. Заходи, народ, заходи. Отлично, вовремя выбил. Что-то, кстати, сбилась траектория. Я не понял, почему. Вроде четко все крутились. И поехали, да. Оп-оп-оп, там красавчик. Давай-давай, должно убить его. Отлично, здесь броня хорошо помогает. Молодцы постояли. Хорошо, там еще закрутил. Сконструировано. Видимо. Давай сюда. Так, ну вроде ровно. Вроде ровно включился, короче. Все, Блейск там не зайдет. Тут хабар, дружище. Хабар на месте. Очень классная штука. Видал, просто взял, закрыл перед... Блин. Мне кажется, все-таки это все хорошо выходит. Тоже плохо. Здесь брони, нам сейчас один раз помогли. Посмотрим. Так, что, попробуем? Здесь получится, получится у нас, да? Пока вроде получается. Пока очень нормально так получается, слушай. Оп, все-таки уехали. Все-таки уехали. Отсюда. Оп. Так, а что я тут? Вообще попал я. Так, оп. Так, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Давай-ка так сделаем, что они там у нас стоят, ну, закалили. Сачик закидывает, блин, а мне надо бы это регениться вообще. Ой, чак. Так, сейчас у нас будет хабар. Мы идем, кидаем хабар и крутимся. Ой, как хорошо закрутился, да, только дальше не закрутился. Оп, зоним, кидаем, уходим, живем, спасибо, БВ. Эмоционально, каточка у меня получается. О, этого парня надо убивать. Оп. Ну,
Так, мы еще по опыту хорошо переигрываем. Ох, харась это. Так, ну по сустейну, если честно, мне все равно пока больше нравится, если честно, он за Power. Вот, ребята, напоминаю, что все сейчас на ПТРе. Сегодня прям первый день, и нету этого. Нету в русской локализации текста вообще здесь никакого. Эх, ушел. Хорошо там закрыл. Кстати, это мой хабар. Хабар хабару рознь, как говорится. Хабар кинул. Надо забрать это. Мясо-то мое, кстати. Отлично. Хотя нет. Если постоянно мясо подбирать, очень хорошо, в принципе, работает. С учетом, что мы здесь режем КД, чаще пользуемся. Не, нормально, да. Так, мы достали чуть-чуть. Так, у нас там, по-моему, где-то радиус потом будет, если не ошибаюсь, этой штуки. Оп. 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 Не давили чуть-чуть. Так, вот сейчас у нас регенит БВ, мы кидаем хабар, ловим мясо, да, сейчас я вам закон... А мы его отменяем и еще мясо берем. Зачем нам ждать, пока он кончится точно? Че я тут плю-то? Забыл, что его можно принять. Ой, как хорошо там поймали. Так, прессим, прессим лайн пока. Так, ну... Не могу, ребят, не могу я себя заставить играть через шоквейв. Очень-очень крутая дульта. Надо, чтобы кто-нибудь сейчас вышел из ворот, а мы попробуем не пустить его обратно. Но нет. Никто не хочет с нами играть. Так, вот смертокрыл просто сел. Давай-ка, давай-ка. Давай-ка отойди от моей команды. То хабар поймаешь сейчас. Так. Так. И погнали. Блин, я мимо всех стенок прокрутился. Так, нормально, вот и нормально. Хорошо. Так, теперь должен нормально покрутиться. Оп, вышли, хорошо. Так, смерть, так, кто-то в мили играет, да? Так, отходим, 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 отходим. Дело кидаем. Хорошо, попали. Так, поставим хабар. Пенем хабар. Поедем. Попробуем кого-нибудь докрутить здесь. Оп. 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 Аккуратненько дойдем, а то он в миле. Вот не в миле. А, он в миле. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, я сбил ему, короче, это. Ой, как хорошо заставил сейчас, смотри. И скрутил, да? Да, скрутил, вообще ништяк. Так, постоянно файтимся. Даем ему получить ульты. Оу, щит, мэн. Валим, валим, ах, черт, не успел. Так. Предлагаю взять за медло. Если честно. Хотя можно. За медло или сустейн? Мне вот интересно. Давай за медло попробуем взять. Мне кажется, за медло будет очень интересно выглядеть. За медло с крутилочки. Мы его еще не пробовали. Да? Мы брали армор. И брали это. И вот не очень получилось резать предыдущие катки, но в целом. Талант может себе показать. Главное просто понимать, когда что. Первые игры. Немножечко тяжело адаптироваться. Так, слушай, а нас там на топе, смотри, что происходит. Они еще с ультами, кстати. Блин, не получилось зажать здесь, к сожалению, Ауриэль. Было бы красиво сейчас поймать. Блин, не вышло, да? Так, мяско тоже забираем. Зря просрал. Так, а здесь вот я не знаю, что даже брать. Тут все под динамит у нас. Наверное, вот так вот, чтобы можно было прессить. Вот так попробуем. Не так.
Так, хабар поставим для зонинга. И заберем. У нас есть здесь броня, вон, мы просто сразу же отрегенились. Просто весь урон самостоятельно, от всего урона. И не отпускаем, короче. Оп-оп-оп. Так, еще миско. Убираем хабар. И второе мясо. Отлично. Хабар. Кстати, да? С моей свышкой наберется. Отличненько вышло все у нас. Оп, оп. Ой, свой же хабар печатали, молодые. Так, дай-ка покрутимся. О, от бункера, я не от бункера там сейчас меня отлетел, мне интересно. А бункер же вроде как это. Сейчас убьют, сейчас убьют. Падает. Ставим хабар на отступление. И крутимся. Оп. Отлично. Так, чисто мясо забрать. Так, ну давай так вот. Дамаг. Так, пытаемся прессить здесь. Ставим сюда хабар. Так, волна замедлилась. Блин, я фокус. Замедло. Оп, нас заставили. Пока. Там сюда бы их подманить, было бы вообще шикарно, что ли. Так, красавчик придрожал. Ой, Ханза, проблемы. Большие проблемы Ханза. Живет, живет сюда. Ой, как хорошо, да. Ой, смотри, что говорю. Ой, шикарно. Это было шикарно, я считаю. Смотри, что просто, да? Так, ну что, давай тогда так. Хоть по чуть-чуть продамаживать. Поставить момент офигенный, реально был. Я ушел. Еще и замедлился. Так, хабар еще на ступлении кидаем. Он смотрит, вот перс. Да все, мы Мишет каплит. Посмотрим, что там происходит. Так, он валя. О, едем в валя. Отлично скрутил. Не, слушай, замедло ништяк. Мне замедло больше всего пока понравилось, на самом деле. Броня классно, конечно, выживаешь. Так далее, блин, замедло. Ты видел, я скрутил, и все, она никуда не уходит. 50% замедла. Это же жесткач просто. Лайкотики, ребят, не забываем ставить. Это катка. Изючевая, конечно, понятно. В калитку закатали, но, блин, возможности мы увидели. Нормально. Вот в хабар очень понравилось играть.